гораздо тоньше и глубже расскажут о нашей прекрасной Чеченской республике и, самое главное, о людях, которые в ней живут. Мой дедушка, первый президент Чеченской республики, всегда говорил, что без культуры нет нации. И моду, которой занимается Фердаус, я всегда воспринимала как часть культуры. Латинское слово «культура» означает возделывание, воспитание и почитание, и это очень точно отражает наши чеченские традиции. Именно они основа работы Международного культурно-образовательного центра, цель которого — рассказать о чеченских традициях всему миру и о мировой культуре в Чеченской Республике. Я хочу поблагодарить всех вас, что вы согласились разделить с нами этот прекрасный вечер, вечер чеченской культуры во Франции. И я уверена, что сегодня мы будем говорить на одном языке, потому что культура создает идеальное пространство для взаимопонимания. Спасибо.